Ну что, ребята, помните, что было в прошлой серии? А я уж и сам не помню. Короче, я запасся новым оружием. Вы только посмотрите, что в моих руках. Короче, сегодня просто будет план-перехват. Его я называю именно так. Потому что нубу сегодня точно придет конец. Короче, вы поставьте лайк на это видео. Вы подпишитесь на мой канал. И точно сделайте это прямо сейчас. Если тем более вы хотите попасть в вот этот список. Что это за список, спросите вы? Это же список людей, которые прямо сейчас подписываются на мой канал, либо уже подписались. Если хотите стать частью огромной цифры подписчиков, прямо сейчас нажмите на кнопку подписаться. А мы с вами начинаем. Я вам сейчас все расскажу, что мы сегодня сделаем. Видите, вот этот маркер, так сказать, это все не зря. Еще я сделал себе вот такой модернизированный дом. Там база нуба виднеется, сейчас мы ее бахнем. Как-то он ее там, кажется, доделал. Ну ладно, я ее еще не смотрел. Давайте забежим сюда аккуратненько и возьмем что. Ну, ТНТ нам пока что не пригодится. Нам пригодится вот эти, точнее пригодятся вот эти зельки. Это очень классные зельки. Ну, я ими уже пользовался в прошлых сериях. Кстати, ребята, если вы прошлые серии не смотрели, обязательно гляньте. И пойдемте на второй этаж, возьмем, значит, кое-каких припасов. Короче, не поздоровится сегодня никому абсолютно. Такс, динамит. Конечно же, как я без динамита? Ну, давайте рычагов на всякий случай возьмем. Мало ли что, факел не сработает. Короче, сейчас мы, ребята, с помощью этих зелек скопируем мою базу. Точнее, одна зелька у меня скопировать и три вставить. То есть у меня, в принципе, есть 4 шанса. Вот эта база, плюс и еще 3 вот эти, которые я потом могу вставить. Короче, встаем на этот маркер и копируем. Отлично, база скопирована, это значит все прям... круто. Ну все, нубам точно не поздоровится. Короче, я беру всю эту оружку сейчас. Так. Эй, прокиндол! Эй, нубы, вы что тут делаете? Почему вас... Стоп, 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 нет, 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 только не это, только не это, нет! Капец! Они мою базу ломают прямо при мне, смотрите, какие наглые! А ну нафиг, ушли отсюда, я стрелять буду! Быстрее, 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 быстрее! Капец какой-то, ребята, вся база просто... Просто вы посмотрите, вся база, все мои припасы разорваны, да что ж ты будешь делать? Капец, просто все разломали, вы только посмотрите, ребята, сейчас я поднимусь и гляну, что они там задумали. Капец, у них две базы! Что это там с ним было? Вы видели? Он упал прямо сейчас на базу. Капец какой-то, ребята! Подождите. Ну вот эта база вообще, я думаю, ее изи сломать. А вот это... Надо думать. Хорошо, хорошо, что я так вовремя скопировал ее. И прямо сейчас... Ба-бам! Фу! База полностью цела. Осталось подобрать весь мусор на базе, только его капец как много. Ребята, реально, очень вовремя я ее скопировал. И у меня остается еще две попытки. Капец, пришли два нуба. Очень сильно, ребят, сейчас неожиданно было. Но ничего, все вроде как хорошо, мусор подобрал. Сейчас можно выдвигаться. И, в принципе, сейчас мы им покажем, кто здесь про. Ну все, хватит этого безобразия. Кстати, мне дался эффект скорости. Это, так сказать, побочный эффект от того, когда я вставляю базу. Ну все, она вроде цела. Точка эта не должна слететь. Маркер должен остаться у меня, так сказать, цел и невредим. Поэтому погнали, сейчас мы им зададим жару. Ха-ха, сейчас-то будет бомба. Так, давайте попробуем сначала стрельнуть сюда. Ну-ка. Та-дамс! Эй. Эй, что ты там ходишь? Лови гранату! Что? Они не долетают. Они не долетают и вообще не пролетают, кажется. Стоп. А, у него, кажется... У него здесь барьеры стоят, как в прошлый раз. Ну ладно, я тебя запомнил. Тогда начнем с него. Ха-ха, приветики. Ну что, готовься. А ну, слез оттуда быстро. Сейчас я тебе покажу, кто здесь профессионал. Так, быстренько, ребята, забегаем. Ага, фигушки тебе подачу. Давай, отстань со своей ракетой. Ты что, не понял? Слез оттуда быстро. Так, детишку сразу берем. Ну все, готовься, ну, сейчас я тебе покажу. Так, ты где? Ты что там делаешь? Ты куда пошел нафиг? Ну все, иди сюда. Я тебя сейчас достану, где бы ты ни был. На, получай, в комнаты гранаты закидываем. Ну все, ну-то точно сейчас уже, кажется, погиб. Ну, все, конечно же, его здесь больше нет. Так, может там под водой нафиг? Давайте туда еще на всякий случай гранатку кинем. Ну, взрывайся.
Есть. Первого завалили. Супер, отлично, теперь закладываем тентишку. Сейчас мы бахнем быстренько эту базу. Ребят, сегодня прям все слаженно получается. Все прям так четенько, все крутенько. Давайте вылазим отсюда быстренько. Нам еще как бы на вторую базу идти. Так, скажут, что мы здесь не вылезем. А вот здесь спокойненько. Раз, два, три. Все, давай, все закладываем. Ну все, сейчас будет просто бум. Офигенский. Блин, так быстро получилось его завалить. Прям шикарно, мне прям это нравится. Давайте здесь все закладываем сейчас. Ой, как грохнет, ой, как грохнет. Возможно, даже еще ту заденет. Хотя там барьеры, блин, и с этим, наверное, будут у меня проблемы. Ну ничего, я думаю, мы, ребят, с вами и их сегодня разломаем. Все будет по красоте. Я подготовился, новое оружие, это вообще прям... А, пушечка просто. Давайте дом заложим чуть-чуть и чуть-чуть, я думаю, еще дерево. А, да, кстати, здесь нужно еще провести около баз, точнее, около этих башен. В общем, и около дерева. Все, будет сейчас все огонь. Будет огонь в прямом смысле. Все, последнюю башню заложил, последняя денетишка у меня осталась. И сейчас мы ставим факел. Главное, по-быстренькому свалить отсюда. Готовы? Па-бамс! Валим! Быстрее, 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 быстрее! И смотрим на этот эпик! Ура! Ребята, просто минус база! Просто минус база! Вы только посмотрите, как это красиво! Просто минус нуб и минус база! А сейчас мне нужно как-то завалить еще и эту. Стоп! Они там вдвоем? Я сейчас ничего не понял. Стоять! Стоять! Как так? Он же... Я же его там гранатами закидал в комнате. Да я же все перепроверил, его там не было прям 100%. Как так-то получилось, ребят, что за... Что за фигня? Эй, ну мы, почему? Стоя! Нет, 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 только не на мою базу, нет, черт! Капец, все, вам, капец, ну мы, получайте! Да глупые барьеры! Глупые барьеры, как так-то? Ну, блин, хватит, 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 все, не стреляйте! Я побежал. Лишь бы она была не взорвана, лишь бы она была не... Капец. Ребята, полностью минус база. Просто минус база. Да капец, у меня остается очень мало попыток. И очень мало блоков, кстати говоря. Но ничего страшного. Просто пипец, вы только посмотрите. Своими ракетницами идите оттуда. Вон нафиг, я вас отстрелю сейчас, поняли? Все равно эти барьеры. Ладно, сейчас я решу проблему с барьерами. О, кстати, блоков сейчас чуть-чуть пособираю. Хоть что-то полезное от этих нубов. Короче, встаем сюда. Капец, вторая попытка. Па-пам! Есть! Плюс база. Вы только посмотрите. Просто муа! Пушечка, вы только гляньте, все прям как было. Дверей что-то не хватает чуть-чуть. Ну ладно, все, вроде бы хватает. Капец, какие же это классные зельки, как же они меня спасают. Ну все, я в принципе заряжен. Сейчас я пробьюсь через эти все их барьеры. Сейчас им точно не поздоровится. Эй, нубы! Ну что, готовы отведать свинца? А может быть гранат вам? Нате, собирайте! Блин, они не долетают, но по-моему огнемет сработал. Слушайте, ребят, по-моему... Подождите, подождите, я что, их завалил, что ли? Ну-ка, тихо. А, так тут можно пройти. Смотрите, реально барьеры, но проход все-таки есть. Ну что, нубы, готовы получить точно сейчас свинца? А где они? Эй, нубы, тут игровой автомат какой-то. Я его отстрелил. Так, я не понял. Не понял, ну-ка, сейчас спущусь. Ну-ка, сейчас спущусь. Их здесь нет. Я их завалил, кажется, ес! Может быть, они там где-то внутри? Нет, тоже их здесь нет. Все, ребята, база моя, это значит, база сейчас точно взорвется. Ну, на всякий случай, мало ли они где-нибудь в невидимке сидят. Сейчас я все перестреляю здесь. Все, может быть, подожгу, чтобы все было максимально. Капец. Максимально, чтобы было, ребята, все четко. Все вот так вот обстреляем. Потому что рано или поздно мы в них с вами попадем. А, они, возможно, на башне сидят в невидимке. Без проблем, без проблем. Поднимаемся. Сейчас перезарядимся. И все здесь. Тоже отстрелим. Прям красота, красота красотная. Спускаемся отсюда, давайте еще постреляем на всякий случай. И еще пару гранат можно сюда, я думаю, закинуть в этот дом. Отлично. Ну все, сейчас-то я точно убедился, что их здесь нет. А это значит, даже если я их не завалил, они где-то прячутся, пофигу. Базу-то, ребята, мы с вами все равно заложим. На это-то они, наверное, не рассчитывали. Па-па-па-па-пам, вторая база сейчас бахнет. Вот это должна, конечно, жахнуть сильно. Здесь она довольно крепкая, поэтому динамита мы с вами, ребята, заложим чуть-чуть побольше. Ребята, плохая новость. Динамита у меня больше не осталось, но я думаю, и этого тоже будет достаточно. Погнали сразу же! Взрываем эту базу! Ну что, смотрим, смотрим, как оно будет. Капец, просто, ребята, вы тут... Ой-ка, посмотрите.
Вот это взрыв, вот это я понимаю, вот это прикол. Ну-ка, давайте глянем, только аккуратненько, может они где-то появились здесь. А какая разница, появятся и появятся в своих руинах. Нате вам еще гранаты, на, забирайте. Все, можно, в принципе, идти отсюда на свою базу. Ой-ой-ой-ой, аккуратно, не падаем. Вроде моя база целая, это значит, что все в порядке. Или нет? Или нет, стоп. Или нет, стоп. Да что ты будешь делать? Так, стоять. Глупый нубы. У меня еще одна попытка. Ну ладно, это самый раз, так сказать, самая последняя попытка. Их базы все равно уже взорваны. Па-памс. И база полностью целая. Все, ребята, это было удачно. Все я провернул прям максимально круто. Осталось выкинуть весь мусор, починить все двери и жить спокойной жизнью. Профессионал! Только не вы. Не трожьте мою базу! Профессионал! Только не вы!